4 травня президент Петро Порошенко підписав указ про присвоєння позаштатному раднику міського голови Дніпра з питань культури Євгенію Гендіну звання «Заслуженого діяча мистецтв України». Власне, для нього ця новина стала абсолютно неочікуваною. Сразу чесно признаюсь, мені поки на себе цей костюм примерить достаточно трудно, где я и какой-то заслуженный деятель искусств. Я вроде бы искусством занимался, я не избалован званиями, значками, грамотами и так далее, никогда за ними не гонялся. Возможно, это связано с тем, что что-то сделал в этой области, и родина моя любимая это оценила, а также, наверное, с тем, что у меня в этом году юбилей, и родина вспомнила о том, что у меня в этом году юбилей, там подизнано, сколько мне отмерено, сколько я причем проживу, 80 или 120, еще неизвестно.